С вами Юлия Жирневская, и это проект «Новая я». Когда женщина хочет перемен, то в первую очередь она меняет прическу. Но наш проект направлен на тех девушек, которые хотят гармонично поменяться как внешне, так и внутренне. Недавно проект «Новая я» провел кастинг, на котором присутствовало много прекрасных девушек, но мы выбрали ту, которая действительно хочет кардинально поменяться как внутренне, так и внешне. Еще вчера она была обычной девушкой, а сегодня она та, которая меняется сама и меняет мир лучшему. Знакомьтесь, наша героиня Виктория. Привет, Юр. Привет, Вика. Расскажи немножко о себе. Я студентка и работаю ведущим бухгалтером в одной крупной компании. Веселая, интересная и готова к перевоплощению девушка. Что ты ждешь от нашего проекта? Юр, я хочу внутренних и внешних перемен, и для меня это сейчас как самое главное. Вика, когда ты шла на кастинг, знала ли ты, что ты будешь следующей героиней? Юр, конечно же, я не знала. Для меня это было очень большой приятной неожиданностью. И как сейчас помню тот день, он был эмоциональным, ярким и прекрасным. Ну что ж, Вик, тогда не будем медлить и пошли открывать дверь в новую я. Да, пошли на встречу приключения. Здравствуйте, Алла. Это новая я и наша героиня Виктория. Здравствуйте, Алла. Здравствуйте. Присаживайтесь. Спасибо. Ну что, сейчас наша героиня Виктория в гостях у астролога Аллы Антоновой, и она ей поможет разобраться с ее внутренним миром. В каждой женщине есть 4 состояния. И сейчас мы по натальной карте твоей посмотрим и разберемся все-таки, какой внутренний мир, какое состояние в тебе больше проявлено. По знаку зодиака ты лев. Это знак стихии огонь. Луна отвечает за женственность. И в каждой женщине луна, она проявляется, ее внутренний мир проявляется через луну. Она тоже находится в знаке зодиака стрелец. Это тоже огонь. Пятый дом – дом сексуальности. На куспиде пятого дома планета Марс. Она дает тебе усиливать. Марс отвечает за Овен, знак зодиака, и это тоже огонь, еще больше усиливает это состояние. И сама по себе оппозиция Марса с Плутоном еще больше усиливает это состояние. Поэтому в тебе внутри проявлено состояние любовницы, четко, ярко выражено. Вика, я очень хочу, чтобы сегодня мастера-профессионалы отразили образ твой внешний. Спасибо огромное. Очень интересно. Ну что, Вика, давай посмотрим, куда мы сейчас отправимся. Давай. Открывай. Ага. Первый путь мы держим салон Инь-Янь, и нас там уже ждет Виктория Федоренко. Поехали. Классно. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. Юля, и снова проект «Новая я». Да, это проект «Новая я» и наша героиня Виктория. Сегодня у нас образ любовницы. Благодаря астрологу мы узнали, что это огонь, и поэтому мы хотим этот огонь увидеть снаружи. Поможете нам?
Отлично, конечно. Будем работать. Moi je joue avec le temps et je t'attends. Au matin je mange le ciel. Pour dîner je nage dans tes baisers. Toute la nuit je compte les étoiles et toute la nuit je m'aime. Ну что ж, я оставляю Викторию в руках профессионала Виктория Федоренко и ее команды. И будем ждать с нетерпением, какие же будут изменения нашей героини. Виктория. Яркая, незабываемая, покоряющая сердца мужчины-победительница. Хочется перевести тебя в более насыщенный цвет, яркий. Мы тебя переведем из натурально-русого в жгучую брюнетку. Сделаем акценты на цвете и форме. Ну, я думаю, это будет интересно. Давайте начинать пробовать. Приступаем. Вау! А ну-ка покажись, покрутись. И как тебе твои преображения благодаря салону? Юль, ну немного неожиданно, но мне нравится, классно. Ну, этот образ четко подчеркивает состояние любовницы. Очень круто. Проект «Новая я» благодарит Викторию Федоренко и ее команду за гармоничное преобразование нашей прекрасной героини Виктории. Большое вам спасибо. Всегда пожалуйста. Ждем всех в наш салон. Ну что, Вика, давай посмотрим, куда мы дальше отправимся. Давай, Юр, смотреть. А дальше мы с тобой отправляемся на макияж к визажисту Алле Дагель. Поехали. Поехали. Thank you.
Тук-тук-тук. Аллочка, здравствуй. Это проект «Новая я» и наша героиня Виктория. У нас сегодня образ яркой и огненной любовницы, поэтому нам нужен не менее яркий макияж. Поможешь нам? Здравствуйте, дорогие девушки. Да, конечно, помогу. Я рада вас видеть сегодня. Ну что ж, а сейчас я передаю нашу героиню Викторию в руки профессионального визажиста Аллы Дагель. Виктория, я рада тебя приветствовать в своей студии макияжа. Хочу у тебя поинтересоваться, какой макияж ты сегодня ожидаешь? Я хочу яркий макияж, чтобы окончательно подчеркнул мой образ и индивидуальность. Хорошо, договорились. Поехали. Поехали. Ну что, Виктория, наш образ готов. Состояние любовницы – это высшая ступень каждой женщины, поэтому сегодня сделала тебе сногсшибательный макияж и подчеркнула твои красивые глаза, сделала акцент на губы. Губы – это та зона на лице у каждой девушки, которая всегда манит и притягивает. Поэтому сегодня хочу пожелать тебе волшебного настроения, сияющего вечера и полностью осознать, что ты в состоянии любовницы. Встречай! Новая ты! Да. Действительно, очень ярко и красиво. Это то, что я ожидала. Спасибо огромное. Пожалуйста, я рада была сегодня тебе помочь. Волшебного тебе настроения. Я думаю, что образ любовницы мы подчеркнули именно красивым огненным макияжем. Вика, так ярко, так красиво. Макияж подчеркнул весь твой огонь и страсть, которая находится внутри тебя. Мы благодарим Аллу Дагель за это. Держи свой волшебный конвертик и смотри, куда мы дальше поедем. Так, куда же мы едем? А дальше у нас одежда. Проект «Новая я» благодарит магазин «Зебра» за предоставленную одежду для нашей героини Виктории. И у нас еще остался один завершающий момент. Это бижутерия, которая поможет сделать образ любовницы ярче и эффектнее. И в этом нам поможет магазин «Монро». Поехали!
Проект «Новая я» благодарит магазин бижутерии «Монро» за завершающий аккорд в нашем образе. «Монро» – воплощение красоты. Сегодня наша героиня Виктория окунулась в мир перевоплощения. День был ярким и насыщенным. И сейчас она готова предстать пред всеми нами в своем новом образе любовницы. Встречайте! Мне очень понравился сегодняшний день. Я хочу вас за него поблагодарить. Он был ярким, эмоциональным, насыщенным. Вы действительно профессионалы своего дела. Я поменялась кардинально, как и внешне, так и внутренне. Мне это очень нравится. Я думаю, нет, я уверена, что завтрашний день принесет мне уже новые эмоции и изменит мою жизнь. Спасибо вам огромное. Вика, мне очень понравился твой образ. Мастера-профессионалы очень хорошо выразили это состояние, состояние любовницы. Четко подобранное платье, макияж, волосы, прическа. Мне очень нравится. Вика, я приглашаю тебя в нашу академию, Академию женского совершенства, где ты можешь все-таки завершить свой образ любовницы, внутреннее состояние поменять окончательно. Спасибо. Виктория, мы постарались передать образ любовницы через цвет твоих волос, добавить сочности, яркости и сексуальности. А также грамотно подобранная прическа завершила твой полный образ. Я согласна. Виктория, приглашаю тебя в нашу школу парикмахеров. Там мы тебя научим ухаживать за своими волосами правильно, подбирать себе прически, делать коктейльные прически дома и выглядеть всегда отлично, так как любовница должна быть всегда с иголочки. Обязательно воспользуюсь вашим предложением. Виктория, также хочу тебе подарить подарочный сертификат на новую процедуру, не имеющую аналогов в Чернигове, называется Long Volume. Благодаря этой процедуре твои волосы будут ухожены и держать объем более 6 месяцев. Ты будешь легко справляться с ними в домашних условиях. Спасибо. Очень интересно. Вика, я сегодня постаралась подчеркнуть твою красоту глаз и сексуальность твоих губ. Хочу пригласить тебя на новогодний макияж и подарить тебе такое же хорошее настроение, улыбки, яркие краски в твоей жизни, и чтобы в новогоднюю ночь ты стала такой же прекрасной, сияющей, манящей и сексуальной. Спасибо. Вика, я тебя с удовольствием сегодня провела по миру перевоплощения. Было очень интересно наблюдать за тобой, как маленькая, миленькая девочка превращается в яркую, жгучую и огненную леди. Оставайся в таком образе, это твое. Да, Юль, я постараюсь сохранить этот образ. И спасибо вам огромное. Я действительно прислушаюсь к вашим советам и рекомендациям. Я думаю, они помогут мне по жизни. И обязательно воспользуюсь вашими подарками. И давайте выпьем за успех и за новый я. Ура! 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 За тебя! За тебя! За исполнение желаний! За меня! За новую я! Все, пригубливаем!